Так, после того, как мы все установили, давайте пара текстурин займемся. Так, это у нас будет следующее. Это у нас будет вот новое. Назовем его Battle. Нет, не так пишется. Так. Так. Белый оставим. Скажем так, спекулеру уберем совсем. А рульность добавим до 100%. Вот так. И белый, да? Белый. Ну, хорошо. Теперь то же самое сделаем здесь. Вот так, бутылка готова. Ну и лестницу тоже заодно покрасим также. Так, а этот мы скажем новый. Нам надо покрасить в красный. Так вот. А, так. Вот так. Так, этот у нас тоже будет красный. Напишем red, чтобы уже точно red. Так, этот белый останется, но их также покрасим как butler. Здесь мы сделаем с вами металл. Металл. Так, базовый колор. Так, металлик до конца. Спекуляр немножечко уберем. Ровность чуть уберем. Вот так у нас будет. Вот такой алюминиевый, скажем, да? И здесь у нас нужно еще одну красочку. То же самое красную. Мы скажем новый, новый и скажем красный. И тут мы сейчас edit мод и включим тут. Опа! Нет, это мы не включим, а включим здесь. Так, нам нужно. Секунду. Нам нужно вот этот. Этот квадратик мы договаривались, да? Сделаем материал. Вот этот. Скажем, постижен. Есть. Дальше мы выбираем вот этот объект, делаем его новый материал, делаем его сереньким. Ну, так где-то, наверное. Да. Хорошо. А этот делаем почти в конец черный. Ну, вот так примерно. Хорошо. Сохраняем все. Ну и после этого давайте мы сейчас сделаем следующее. Мы возьмем, уничтожим вот этот цвет. Цвет мы уничтожили, да? Давайте мы все скажем теперь пикмут. Все apply. Тут apply. Что уже закончено у нас было. Все. И начинаем теперь колдовать со светом. Так, мы возьмем сейчас, попробуем первое сделать следующее. Мы сейчас возьмем Shift A и возьмем Plane.
GS. Вот так. И повернем его R. R по Y. Так. И теперь сверху давайте мы его потащим туда, куда нам нужно. Вот сюда. И здесь развернем. Да? Но я бы хотел сделать следующее еще. Я хотел бы S вот так уменьшить и S по Z увеличить. То есть такой сделать как бы, ну не знаю, стрип. Я попробую, не знаю, получится, нет. Так, и цвет мы ему сделаем новый. И скажем, что вот здесь мы выберем emission. Вот он у нас trench. Так. Вот. Это то, что нужно. Давайте даже сейчас пойдем сюда. Вот так, да? Попробуем увеличить стрейч. Вот так. И здесь еще поставить. Тут, наверное, отражатель придется ставить. А здесь я хочу поставить простой пункт. Лифт пункт. Где у нас G? Вот тут. Смотрим сверху. G вот сюда. Так. И начинаем тут его добавлять, чтобы здесь было пятнышко вот такое. Так. Ну а тут я думаю, что нужен нам отражатель или еще один. Оп, что-то я сделал. Так. И тут нам нужно будет вот такой вот Shift-D перевести его сюда. Сделать его ровно. Где у нас тут? Ноль. Так, S, X по X, да, что ж ты такая, и S по Y, так, Strange 1, а теперь повернуть по R по Y на 90, так. И ставим его сюда. Вот G. Вот сюда поставим сейчас. И будем наблюдать сквозь окошко. И понимаем, что вот тут у этого не должно быть теней. Поэтому сейчас скажем point. Чуть-чуть сделаем, да? А этот мы что, убрали, что ли? Вот этот.
Стоп. Мы ее просто с встречи брали. Ой, ой, вот она. Так. Вот. Теперь здесь. Смотрим. Хорошо. Это, скажем, новый материал. И здесь, скажем, мясо. И будем уменьшать теперь. Я думаю, какое должно быть. После этого можем сказать F12 и посмотреть, что будет. Такой натюрмортик у нас получился. Ну что ж, нормально, считаю я, то, что и хотели. То есть поиграли с цветом, с формами, ну все получилось у нас. Отлично. До следующего натюрмортика.